Всем привет, с вами снова Nimsrock 2. И мы с вами продолжаем проходить Doom 3. Мы уже аж в четвертом секторе по счету. Я без понятия, сколько здесь может быть этих секторов. Так, я никогда раньше ничего этого не видел. Так, патроны. Но надеюсь, что это уже конец. Тут ничего интересного нет. Тут где-то тут была аптечка. Вот. А по сравнению с модом in Hell, это вообще как-то все зашкаливающе просто. Эй, солдат, помоги мне! Я тут застрял! Открой дверь и выпусти меня! Почему-то мне кажется, что он сейчас сдохнет. Он попросил открыть, да? Открыть. Интересно, а что значит запустить? Он отсюда выйдет или откуда? Или он не выйдет вообще? Ладно, в таком случае нафиг все, идем дальше. Окей. О, вот он. Ты кто? Спасибо, что выпустил меня. Когда погас свет, я оказался заперт в камере. Не понимаю, что происходит. Ни одна система не реагирует. Не понимаю. Я попробую подключиться отсюда к главной системе. Терминал защищенный. Должно получиться. Ну, давай. Так, я насколько помню, мы с вами за последнее время понаподбирали столько всего, что я просто не знаю. Давайте сначала, ну чё, видео попялимся. О! Стремясь снабдить войска максимально сбалансированным набором вооружений, UAC обратилась к урокам прошлого, создав и запустив в серийное производство новейшую модель ручного пулемета МАКС-2. Дизайн в стиле ретро и прочность конструкции этого ручного многоствольного пулемета делают его идеальным выбором для закаленных ветеранов. В ближнем бою огневая мощь этого беспрецедентно надежного пулемета превосходит все ожидания. UAC – бессменный лидер прогресса. Мощное оружие позволяет строить мир без войн. Логично. Так, давайте тогда читать, где чё. Майкл Абрамс, начальник охраны комплекса Дельта. Рапорт 3072. 15 ноября 2145 года. Я только что пришел из оружейного отдела, где мне выдали одну из этих новых БФГ-9000. Да, они не шутили по поводу того, насколько новый прототип легче предыдущего. Этот ствол уже можно носить с собой. Следующее. Последние недели многие патрули не докладывают в установленной форме. Не уверен, что форма доклада настолько изменилась. Я лично прослежу, чтобы их направили на переподготовку. Там им объяснят, что к чему. Поступило сообщение о проблемах с безопасностью в комплексе Альфа. Я пытался до них дозвониться, но мне никто не ответил. Я выслал туда отряд для проверки. А теперь и с ними не могу установить связь. Похоже, придется идти туда самому. Черт. Ненавижу комплекс Альфа. Сборище надутых кретинов. Я отправляюсь туда прямо сейчас. Закончу рапорт, когда вернусь. Да, и еще. Я пока оставлю БФГ в своем кабинете. Пожалуйста, сообщите в службу информационной безопасности, чтобы код моей двери сменили на 901. Просто во избежание. Конец записи. Что-то я слышал. Продолжение следует...
Где второй-то? Сдулся, нет? Вроде мы все зачистили. Я не понимаю, зачем мне, правда, сказали код от этого, от чего-то там кабинета, от владельца КПК, который мы подобрали. Просто мы ж как бы уже и так нашли БГ. Блин, нифига не видно, где. Ой. Все, еще ползут. Я код этот, конечно, на всякий случай, правда, запомнил. 901, потому что было неплохо, конечно, взять еще патронов. А еще меня смущает, что повсюду валяются. Что повсюду валяются патроны для плазмогана. А у меня его. А у меня его до сих пор нет. А у меня его до сих пор нет. Скорее всего, я его обычно пропустил по своей невнимательности, но все равно как-то обидно все-таки. Ибо не шибко круто, когда. Чертежи базы указывают, что все выходы из зоны, где ты находишься, блокированы. И единственный выход через переработчик топлива ПРТ. У тебя два варианта. Можно включить установку и пробраться сквозь нее. Так короче, но опаснее. А можно выдвинуть служебные мосты. Но тогда идти придется в темноте. Освещение не работает. Тебе решать, солдат. Опс. Однако. Интересно. Ой, я опять забыл, чего я говорил. Я говорил, что я, как обычно, профукал. Чертежи базы указывают, что все выходы из зоны, где ты находишься, блокированы. Единственный выход через переработчик топлива ПРТ. У тебя два варианта. Ой! Пробраться сквозь нее. Так короче, а можно выдвинуть служебные мосты. Офигеть просто, я чуть не обосрался, как они оттуда выскочили. Ой, гады, еще хп столько сняли, это же надо, а? Теперь мне нужна аптечка. Ну, обалдеть просто. Вот что бывает, если выдвигаешь мост.
На самом деле, честно говоря, я думаю, лучше выдвинуть мост, потому что что-то там какие-то упражнения с прыганием мне эти не особо понравились. Чертежи базы указывают, что все выходы из зоны, где ты находишься, блокированы. Единственный выход через переработчик топлива ПРТ. У тебя два варианта. Можно включить установку и пробраться с нее. А можно выдвинуть служебные мосты. Но тогда идти придется в темноте. Освещение не работает. Тебе решать, солдат. Вроде все, да? Не видно действительно ничего. Он правда говорил про это, про освещение. Так, вроде чисто. Блин, я уже от дверей шугаюсь. Ну, туда мне явно не надо. Окей, лифт не пашет. А что пашет? Хорошо. Где еще один? Еще одного слышал. Блин, они такие стрёмные, что я их все время шугаюсь, они же слабые. Однако кирпичи они вызывают нехило так. Вроде нам сюда надо было, да? Ух ты, еще наверх можно подняться. Так, ну это мне не надо. Здесь ничего нажать нельзя. Что? Ошибка. Ошибка загрузки. USC, бла-бла-бла, что-то ничего не понятно. Идиот. Начальная загрузка. Позиция по умолчанию загруженной. Короче, фигня какая-то. Лезем. Замечательно, опять ничего не видно. Сейчас выползут эти долбанные пауки. Ой, чуди. Я ничего не вижу. Ой, уйди. Ой. Надо. Мне жалко. Чё? Не хочу я тратить пулемет пока. Я его берегу для кого-нибудь большого. Ой! Узко! На! Ух. Я, наверное, не пересрал, просто потому что я не смотрел. Просто потому что я не смотрел сюда. Это что, плазмоган?
это плазмоган! Ой, ой! Да что в вас всех, ну? Чё? Аптечечку бы мне. А не вот это. Ну ладно. Зато вот теперь есть плазмоган, который я кстати... Нифига не видно, это что такое? Как хорошо, что у тебя глаза горят, дружище. То вообще не заметил бы. Интересно, что это? Штабель не ставить. Окей. Ой, не с той стороны. Ух ты, как он интересно облез вокруг. Ой! Не успел чуть-чуть. Что это за ящичек, интересно? Может это и есть та фигня, про которую говорили только что? Тебя аж, ну. Оп, отлично. Ну-ка, 901. Не, это не тот. Ой, что я нажал? Может здесь по этому поводу что-то скажешь сказано? Генри Нельсон, сменный мастер. 24 октября 2145 года. Даже не знаю, как об этом доложить. Так что просто скажу о том, что я знаю и чего мне надо. Рабочие постоянно докладывают мне, что слышат странные звуки. Голоса. Кто-то их зовет. Даже когда рядом никого нет. Поначалу я им не верил. Я и тоже слышал. Ребята здесь любят розыгрыши. Но они в один голос говорили, что не шутят. Я пропускал их рассказы мимо ушей, пока сам. Я налаживал панель на лифте и вдруг отчетил какой-то голос, который... Я обернулся, но в коридоре никого не было. Осмотрелся. Никого. Я даже про... Ой, замечательно. Про голоса мы уже и так знаем, я их сам уже слышал совсем недавно. Так, что мне придумать с этими пауками? Даже когда рядом никого нет. Поначалу я им не верил. Ребята, жалко. Во, вот это. Они в один голос говорили. Ну-ка. Я пропускал их рассказами. Ой, блин, а чё отсюда-то? Я налаживал панель на лифте и приготовил чуть-чуть. Ой. Вернулся. В коридоре никого не было. Осмотрелся. Никого. Я проверил правильную работу. В этой зоне никого больше не было. Какая прелесть, а? Не хочу показаться психом, но... Ну и рожа у них. Ой, значит они и плевать откуда лезут, понятно. Кто-то их зовет, даже когда рядом никого нет. Поначалу я им не верил. Ребята здесь любят розыгрыши. Но они в один голос говорили, что... Ну, чё, где? Я пропускал их рассказы мимо ушей, пока сам не услышал. Я налаживал панель на лифте и вдруг отчетливо услышал чей-то голос, который говорил: «Ой, сюда, сюда». Я обернулся, но в коридоре никого не было. Осмотрелся. Ничего.
Я ж просто хотел залезть наверх, ну что, у меня опять застрял в каком-то дурацком месте. Ой, печенька. Кто-то их зовет, даже когда рядом никого нет. Поначалу я им не верил. Ребята здесь любят розыгрыши. Но они в один голос говорили, что не шутят. Я пропускал их рассказы мимо ушей, пока... Я налаживал панель на лифте, и хотел бы услышать чей-то голос, который говорил... Ой! Я вернулся. Он в коридоре никого не... Похоже на куриную ножку было. Интересно. Кто-то их зовет. Даже когда рядом никого нет. Поначалу я им не верил. Ребята здесь любят розыгрыши. Но они в один голос говорили, что не шутят. Я пропускал их рассказы мимо ушей, пока... Я налаживал панель на лифте и вдруг отчетливо услышал чей-то голос. Да что ж такое? Ой, ладно, короче, все, они меня задолбали. Кто-то их зовет, даже когда рядом никого нет. Поначалу я им не верил. Ребята здесь любят розыгрыши. Но они в один голос говорили, что не шутят. Я пропускал их так, как я наложил панель на лестницу, чтобы попробовал услышать чей-то голос, который говорил. Сюда. Я обернулся. Но в коридоре никого не было. Осмотрелся. Никого. Ясное дело, а ты как хотел. В этой зоне никого больше не было. Я хочу показаться. Но мы с ребятами сильно поизгались. И разговоры о призраках. Так что очень прошу выслать патруль и прочесать дом. Мне и моим рабочим так будет спокойнее. Заранее спасибо. Генри Нельсон. Конец записи. Пришлось потратить патроны. Я просто не хотел долбаться и долго все это... Да что такое-то, ну... Ладно, придется потратить все патроны. Куда-то мы идем. Я не знаю, надо ли сюда. Вау. БФГ в действии. Подожди, мужик. Сейчас я тебя догоню. Подожди. Так, где эта комната? А, ну я сюда все равно не прохожу, тут закрыто. Сюда? Не понял. И что такое? Ой, фу! Ой, фу! Ой! Ой! Странная штука, типа первый босс, что ли, был, или что это? На самом деле, он меня чуть не прикончил. Я до сих пор не понимаю, каким макаром уклоняться вот от этих вот штук, которые шпуляют пауки, потому что в модах-то я их встречал, просто я, ну, как бы так сказать, я бы не сказал, что это босс, просто сильный моб. Но здесь это, видимо, как босс идет. Покинуть альфа сектор 4, ну что ж, окей.
А что, еще чуть-чуть, он бы меня прибил. Мне просто повезло, что у меня оружие сильное было. Завод N-Pro. Переработка и хранение энергии. Завод N-Pro является основным источником энергии для башни связи и резервным источником энергии для всего комплекса UAC на Марсе. Здесь также производят контейнеры с плазмой из побочных продуктов производства энергии. Хорошо, а там должно быть много патронов для БФГ и плазмогана. В оригинальном Тодуме патроны были одни и те же, насколько я помню, а здесь они разные, для плазмогана свои, для БФГ свои. Поэтому нужно подбирать как можно больше. Там-то можно было экономить, подобрал один раз 600 или сколько там максимум было, и на БФГ только тратить. А здесь придется и того, и другого искать. Браво, вход зачищен. Занимаем позиции внутри. Андрей на связи, доложите обстановку. Коридор чист. Тут ничего нет, сэр. Замедлитель 2 неисправен. Отлично. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня. На этом мы с вами, пожалуй, закончим эту серию. Я надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Nimstrog 2. И до встречи в следующих сериях. Пока-пока.